Меня зовут Алия. Я начала заниматься танцами с 8 лет. Гастрольные дни не сильно отличаются от будней. Мы также рано на ногах и весь день в движении. Наш коллектив становится очень большой и дружной семьей. Мы очень внимательны друг к другу. Ведь что бы ни случилось, главное выступление. Менің атым Риза, балет өнеріне 10 жасымнан келдім. Жалпы күнтізбесі бойынша осы балет өнеріндегі адамдар таң атпастан жұмысқа кіріседі. Таң атпастан осы денені қыздырып жұмысты бастаймыз классика биімен. Осы әртүрлі, мысалы, гастрольдар болады бізде. Сол үшін біздің денеміз әрқашанда формада болу керек. Осы билерді көрермендердің көңіліне шығару үшін жан тәніңді беріп, көрсетуге тырысасың. Я очень люблю гастроли, ведь это возможность прикоснуться к новому, культуре, людям, природе. Когда у нашего коллектива появляется свободное время, мы стараемся объездить город и посмотреть его достопримечательности. Также уделить время лично себе, пройтись по магазинам и вернуться с новыми покупками. Жалпы мен үшін сапарларда уақыттың ауысуы үлкен кедергі алып келеді, өйткені өзім өте ұйықтағанды жақсы көрем, шынымды айтсам, кей кездерде жұмыстардан қалып қалатын уақыттарда болды. Чтобы отвлечься после тяжелого дня или перед выступлением, когда внутри волнение, я гуляю по парку или читаю добрую книгу. И сегодня я это сделаю. Бұл жолы біздің театр шетелдік сапарын Баку қаласынан бастады. Баку Әзербайжан туралы енді бізге түркі тілдес халық болып келеді. Және өте тарихы көп, өте қонақ жай, өзімізге оқсайтын қонақ жай халық. Және өте керемет әдемі, әсем, көркем қаласы бар. Во время выступления раньше было волнение, даже очень сильное. А сейчас немного другие ощущения. Внутри какой-то трепет. Получается секунду, раз, два, три шага. И все, у тебя все проходит. И ты как сыр в масле. Осы жолғы Бакудың концертінде би өнері арқылы жан тәнімді беріп, көрермендердің көңіліне шығуға тырысамын.